В Астане вручили премию «Алтын Калам». В этом году конкурс среди журналистов провели уже в шестой раз. Обладателями награды стали авторы материалов на тему «Человек труда». Премию «Мастерам пера» вручили в номинациях «Лучшая статья» и «Лучший сюжет». Лауреатом стал и собственный корреспондент нашего канала в Павлодарской области Карлыгаш Касиетова. Всего в этом году жюри просмотрело более 130 работ, из которых выбрало 6 лучших. Мой материал был посвящен деятельности заводов, которые находятся в Павлодарской области. Там выпускают алюминиевую и машиностроительную продукцию. В сюжете рассказывается не только о новых технологиях, которые применяются в производстве, но и об историях людей, занятых в столь непростой профессии, в социальных условиях, которыми их обеспечивают. Были очень много материалов из регионов в этом году. Это Актюбинская область, Карагандинская область, Жезказганск, Павлодар. Это и понятно, потому что в этих регионах очень много производства находится. Я думаю, такие конкурсы сейчас очень нужны, так как мы сейчас очень мало уделяем внимания именно человеку труда.